Поэтапно будут отремонтированы все объекты здравоохранения Карагандинской области, которые в этом нуждаются. А нуждаются в ремонте 60 больниц и поликлиник. Глава региона Ерлан Кошанов совершил визит в медицинские учреждения. Более полусотни объектов здравоохранения в Карагандинской области требуют ремонта на общую сумму 7 миллиардов тенге. Такие данные озвучил руководитель управления здравоохранения во время визита в областную клиническую больницу акима области Ерлана Кошанова. Он ознакомился с внутренним состоянием терапевтического отделения. Последний раз ремонт в этом корпусе проводился в 1986 году. Выслушав врачей, Ерлан Кошанов заявил, что больница сегодня переживает не лучшие времена. Я не знаю, как вот врачи, вам надо орден дать за такой подвиг, что в таких условиях вы лечите людей. Президент каждый раз говорит, каждое выступление надо улучшать, предоставление качественной медицинской помощи. А в таких условиях какой медицинский? Ремонт отделения будет произведен в течение 2 лет. Всего на проведение работ потребуется свыше 500 миллионов тенге. Половина необходимой суммы будет выделена из бюджета уже в этом году. Вот именно по этой больнице в этом году мы должны начать. Есть. Да, деньги выделены частично. Частично. Найдем деньги, надо в этом году начать и с этого отделения начинаем, да? По каким? Да, да, с этого. Вот план. Да. План есть. Откуда начать, где чем закончить? Всего в области нуждаются в ремонте 60 объектов здравоохранения. С учетом имеющихся возможностей, их планируют отремонтировать поэтапно. По итогам посещения Ерлан Кошанов дал поручение в короткий срок составить календарный график по проведению ремонтных работ в медицинских организациях. Помимо ремонта, глава региона распорядился обновить мебель и дооснастить терапевтическое отделение больницы необходимым оборудованием. Андрей Тен, Лужас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.